Добрый день, подписчики канала, гости канала. Сейчас вот я приехал в район речного порта, в район бывшей ремонтно-эксплуатационной базы флот, речной флот. И вот здесь было, оно сейчас находится, здание бывшего технического училища номер 60. Вот здание училища. Оно было образовано в 70-е годы прошлого столетия. Профессиональное техническое училище номер 60. Не выдержало оно перестройки. Новая Россия закончила свое существование. Раньше выпускала очень много рабочих специальностей, которые нужны были и флоту речному, и другим специальностям. И сварщики тут были, и мотористы, электрики. Вот сейчас здание пока пустует. Такая медленная реконструкция. Настенная живопись осталась. Восход. Производственные цеха закрыты, учебный корпус тоже закрыты. Сейчас здание готовится к реконструкции полной. И все темно. Вот Министерство спорта и правительство Пермского края, тут я узнал информацию, хотят сделать здесь спортивный комплекс. Тут, видите, все пока разрушено. Вот большой спортивный комплекс. Сейчас готовится проектная документация, готовится проект. И будут делать из этого здания большой комплекс. Зал греко-римской борьбы, тир, волейбольная, площадка баскетбольная. Но это все в планах. Пока только в планах. Денег не выделено. В общем, надеемся, что приведут в порядок здание. И сделают. Не бросят его. Так вот. Проект готовится, но денег пока нет. Все, будем смотреть, будем ждать. Стекла пока целые хоть. Вот с обратной стороны здание. Администрация, конечно, надо постараться, чтобы это здание не разрушилось. Оно же под воздействием времени и погоды разрушается постепенно.
понял, для кого ночные. Ночные лекаря. Там все.